Всем художественный привет! В этом ролике у меня есть объем работы. Буду раскрашивать голову дракона. Что можно сказать о красках? Краски для заливки акрилом. Но в этой технике я не буду выливать ни краски на холст, и скорее всего эта техника сюжетная заливка акрилом. То есть я буду точечно выдавливать краски на холст, и получается, что у меня палитра будет сразу по форме рисунка. Следующий ролик будет насыщен более цветом, более цветный, поэтому доделывать дракона придется в следующем ролике. Всем желаю творческих открытий, новых техник, новых впечатлений, новых работ. И как обычно, не прощаюсь. С вами была я, Таня Подубная.